начинать. Ладно. Снова ты? Как дела? Наш излишне безрассудный агент теперь сидит за решеткой. А лишение свободы плохо сочетается с революционной борьбой. Боюсь, встретимся мы не скоро. Но вот тебе подсказка. Почему бы не завербовать в команду юриста? Конечно, их никто не любит, но эти пройдохи могут быть полезны. Например, им под силу сократить срок тюремного заключения наших агентов. Всем, друзья, привет, вы на Cosplay, и это Watch Dogs. Продолжаем нашей девочкой, прекрасной, шикарной девчоночкой, гонять по городу. Так, давайте пойдем на пешеход лучше и посмотрим, что у нас по заданиям. А здесь вот пропаганда, да? Давайте сгоняем на пропаганду, посмотрим, что там. Стандартная тачка. Все, поехали. Чувака там за рулем не было. Игра, игрушка интересная. Очень топовая, я бы сказал. Так, мне бы здесь очень помог бы, я думаю. А что ты делаешь? Сучка! На помощь! Ты чё? Помогите! Дыши. Масуда нам не нужен. Ты достал! Ты испугался, что ли, меня? Как я пошла? О, нет! Как испугался меня, что я подъехал на тачке? Ты глупость. Веду расследование. Это что такое? Ну-ка, пошел. Вот и все. Сиди, сраные. Global British Broadcasting. А. Это новость. А у тебя... Ну-ка. А, это уничтожать, да, получается? Свежие новости из первых рук. А, по технологии можно тебе... Я тебе в команду... Так, изменим и гаджет. А, в запретных зонах нельзя. Мне нужен паук. Но сейчас не запретная зона. Команду изменить. Да, паук. У этого чувака есть ключ. Тихо. Глуши паука. Найдем ее. Крон, начни поиск. Не очень-то и удобно. Никого. Продолжаю поиск. Чисто. Иду дальше. Иду дальше. Здесь никого. Тут чисто. Никого нет. Продолжаю искать. Продолжаю поиски. Какие они? Ищите дальше. Она точно где-то рядом. Чисто. Иду дальше.
Так, ждем дрона. Ой, не дрона, а паука. Чисто, иду дальше. Он сбежал. Всем отбой. Аккуратненько. Дрон охраняет эту зону. Эй, что за звук? Это что за ересь? Зарекался же психовать. А, мы можем так скачивать. Я забыл совсем, извините. Мы должны вообще наверх как-то или что сделать? Солдат Королевской гвардии, доступный персонал и Альбион. А, запретная зона. Ну вот она запретная, да? Я понял. А что нужно сделать в ней? Это нужен персонаж, который летает? Строителя? Давайте строителя вызовем. Плотник, молоток, оружие ближнего боя. Сорян, не то. Так, берем, чтобы не оставлять улик. Давайте тогда команду строителя. Да, вот так происходит эта смена. Как раз вы увидели. Нам нужен именно строитель. Привет, кое-кто отмазался от работы, и тебе придется ее подхватить. Поняла. Так, наша девочка где? Не туда, она уже убежала. Не требуется дрон. Наш дрон всегда со мной. Давай. Только не на голову. Надо бы чем-нибудь украсить. Чем? Давайте посмотрим, чем будет украшено это здание. Ага, вот и денежки. Не могу поверить, что Альбиону хватает наглости шлепать пропаганду на стены Букингемского дворца. Знаешь, когда все закончится, может, меня посвятят в рыцари? Сэр Бэгли. Звучит неплохо, да? Можешь называть меня так в любое время. Прикольно, смотрите, под стеклом. Да что ты, не то нажал. Давай,
да. Заряжайся. Вот и все. Можно не искать. Так и скажите, что вы тупари. Ничего не могут. А там что за глаз непонятно? Какой-то звук шел оттуда. Проходите. Ничего не знаю. Прыгать здесь ты не можешь, да? Это... неактивная. Бо... с ногой. Звук. Оп-оп! И в пустые. Правильно. Бежали не чурка. Так, заберем 10. Маска, предмет гардероба. Давай, залезай. И пойдем. Вы извините, что я сейчас не на главное задание как-то что-то делаю, а отвлекаюсь. Это же тоже интересно. Сотрудники Альбиона действуют в соответствии с актом о чрезвычайной ситуации и имеют право использовать для обеспечения порядка любые. Нет, такси не буду. Не сопротивляйтесь. Ну нафиг. Придется. Придется такси взять. Или нет? Или борьбу. Пробьем все-таки лося с Альбионом и... Сорян. Я извинился! Ой, я тоже извинился. Так, посмотрим. Аккуратнее, куда ты прыгаешь-то? Под колеса. Четко остановились. О, было не так громко. И что ты вылез? Головы-то не хватит, соображал его подойти ко мне. Зелененький. Что там было? Это что значит? На карте было зелененькое. Что это такое? Мы будем есть бифштексы. Мы будем платить английскими фунтами. Это что? Что там что-то? Мясо коров, пасущихся на... Ценный рекрут. Баристер. Может быстрее вытащить арестованных клиентов из тюрьмы. А, про вон что говорилось. А, самого человека. Если у нас кто-то в тюрьму. Думаете, что сможете победить наш гриль-микс Черчилл? Стейк, мокрок, сосиски, почки и мокрок. Без фунта к цены фунта. Мега таксишка. Ну, небольшая такая, знаете, приходит на ум сразу. Девочки там забывают кошельки, типа.
тебя на самом деле нет. Потом сами водители заставляют их брать и колоть дрова. О, дед какой-то, внесение залога. Заключить контракт с экспертом по праву – это разумная идея. Как это ни парадоксально, нелегальной мятежной организации не помешает помощь юриста. Можно с вами поговорить? Очевидно, тебя не устраивает то, каким стал Лондон. Пиздец всех, что ли? Чудно. Вы могли бы мне кое с чем помочь. Сделаем, что сможем. Рассказывай. Я связался с активистами, пытались подгадить Альбиону как могли. И все было ничего, пока я не втянул в это подругу. Наш прошлый протест превратился в бунт, все обернулось скверно. Последнее, что я видел, это как моего друга увозят на скорой. У него все лицо в крови было. Когда все улеглось, друга я найти не смог. Говорят, он умер в больнице, но тело так никто и не видел. Мне жаль это слышать. Что-то здесь нечисто. Я хочу знать правду, какой бы она ни была. Поможете мне? Буду у вас в неоплатном долгу. Да, все сложно. Постараюсь помочь. Так, давайте посмотрим. Заверните Эндрю. Задание по вербовке. Начало. Так. Ну что, так. Согласно записям, друг нашего потенциального рекрута умер после того, как его доставили в больницу. Это достойно моего внимания. Вооруженный аналитик, связи в полиции, срок заключения команды. Ага, тоже смотрите. А это кто? Риэлтор. Интересно, здесь только вербовки, в принципе. Ого, активист, нифига, он проколотый. Жажда смерти может внезапно умереть. Модельер. Учительница. Сиделка. Прошу прощения. Давайте запомним ее. На всякий. Ресторанный критик. Здесь самые, ну, интересные персонажи можно найти. На улице. Наш сержант. О! Сержант, смотрите. Открыть досье. А, ну смотрите, какая. Аля какая. Ну-ка. Выбралась добровольцем вместе со сторонником ДСЕК. Подарил служащего банка. Значит, сержант. Диагностирована фибромиалгия. Берет уроки джиги. Ее обязательно надо будет. Вербовкой мы нас... делаем. Опа, стой. Это связанная Андрей Киллерша. В каком смысле? Начинающая. А что такое? Я тебя... Досье. Она такая, смотрите, я не использую... Используйте глубокий анализ, чтобы получить подсказку по вербовке. Давайте посмотрим. А, это сразу можно по фишкам этим. Сволочь! Задерживаться да, не стал. Хорош. Базарь. Отстань! Так я не приставал. Так, надо пилить медицинскую записи. На телефон всего лишь, на телефон отвлекся. И вот так вот. Опа! Такая вынырнула оттуда не возьмись. Девочка. Автопилот включен. Так, а нам сюда куда-то? Автопилот выключен. Да, мы вырубаем. Аккуратно, Альбион. До свидания. Знаете, что лучше? Вот так. Вони его. А,
мы хулиганы. Хулиганы. Рассказывай историю. Божечки, я нечаянно. Альбиончику замочил. Да? Жулик. Отмотался денег. Расследование что-то жуткое. Кто-то кого-то убил и все это укрыл. Медик. Парамедик Мохаммед Ум. Скорая помощь, одежда медика. Ну давай тебя сорастаем. Ты в больнице, где умер друг нашего протеже. Где-то здесь должна быть его медкарта. Ясно. Какая-то херня тут творится. Давайте с вами поворот. Что у нас здесь? Грузовой дрон. Кто химичит системой защиты? Черт, аж выворачивай. До свидания. Еще выше. А ты кто? Слышь, отсоси! Какой не добивался он. Больница Гая, от кого департамент здравоохранения, грант больницы Гая, так. Спасибо, что вы направили мое сообщение в Лондонскую ассамблею. Мы изучили вопрос и выяснили, что увиденная вами часть повседневной деятельности больницы по этому поводу для беспокойства нет. Департамент здравоохранения, больница Гая. Вы хотите сказать, что когда бандиты вытаскивали пациентов из постели прямо... Так, хорошо. Так, что там? О, здесь залезть можно.
Здесь забрыть навыки, да? Они всегда нам понадобятся, очки технологии тут нет. Тихо. Да зачем ты? Аккуратненько, девчонки. Ищите, суку! Ты базаришь? Дрон, начинай искать! Обойдется. Точно. Паук же, можно паука использовать. Обнаружил хаб сети ОС. Так, мы это отключаем здесь. Полка дальше. Так, взаимодействие. Отлично. Скачиваем. Наш протеже может радоваться. Его друг не погиб. А если и умер, то не здесь. В смысле? Такой пациент тут не значится. А сигнал GPS машины скорой помощи исчез в середине пути. Похоже, водитель выключил передатчик. Это не подозрительно, а до хрена подозрительно. Я займусь этим. Далеко ходить не придется. Водитель находится здесь. Ищем. О, серьезно? Он где-то наверху. Сделал. Интересно. Он получается там где-то скрытый. Так, выбираем. Открываем. Хотел я. Закрой. Какой? Это он? Дурной, что ты делаешь? Парамедик. Одежда медика. Личный транспорт. Он дважды даже. Не любит детек. Вот так вот. Скрывает что-то, засранец. И ничего не говорит. Отправляю данные. Отлично. Я займусь сложными математическими операциями, а ты пока делай ноги из этой подозрительно опасной больницы. Что скажешь, Бегли? Я сопоставил данные GPS машины скорой помощи с историей перемещений водителя. Похоже, он отвез пациента на объект СИРС. Интересно. Секретные службы обычно не допрашивают трупы.
Если мужчина в руках Сирс, вероятно, он еще жив. Надо осмотреться. Спасти его друга. Отлично. Нет, не знаю. Прикольная игра. И конкурсы интересные. Думаю, здесь контента очень прилично. И, конечно, быстро пройдется сама основная игра. А вот побочки, вот эти задания разные у людей, это очень интересно. Музон классический. Кого исследовать? Мы едем спасать человека. Но управление тачкой очень неплохо. Я на месте. Наша цель тоже где-то там. Похоже, здесь оказываются те, кого в Сирс считают плохишами. Охрана будет серьезная. Не хотелось бы в итоге оказаться на дне Темзы. Тогда я лучше... Подожди. Так, подожди. Это кто? Эксперт по киберугрозам, Жаклин Йой, кража ключей. Я возьму тебя. Дай назад, а ты что понтуешься здесь? Парамедик. Она открыта для разговора. Персональный тренер. А это кто? Политик. Здесь полиция. Угу. Камечница. Портник мужской одежды. Так, я хочу поменять на команда на вот это вот. У нас же агент специализированный есть для драк и вытаскивания из всякого говна. Так что давайте дернем его, чтоб он... Привет, кое-кто отмазался от работы, и тебе придется ее подхватить. Хорошо. Да, тихушечку давай. Это что такое? А это у тебя такое, такая фишечка. Так, нам коротенько залезем. И вверх. А нам нужно прилично. Давай, насколько... А что так криво-то? Это все? На все то, что ты сможешь? Странно. Вообще. Видите, да? Вон куда. Понял. Зачем ты здесь тогда подъемник нужен? Солдат там где нет. Пожалуйста, оставайтесь в машине, держите руки на руле. Сразу понимают люди.
с белым. У нас, конечно, есть калашик. Помоги мне, прошу. Сучка. Так. Скотина. Ну-ка, иди сюда. Такая неплохая, но зубы ее, конечно, такая. Глубокий анализ, ненавидит. Ну и не надо. Мы тебя звать не будем. Пленник здесь! Вызвали его! Обыщите все! Эй! Помоги! Никого! Так, а где он? Следуем протоколу. Дверь там. Здесь все спокойно. Так, глядим в оба. А кто там? Помоги мне. Что произошло? Кто ходит? Где же ты прячешься? Деньги. А. Так, это работник обычный. Чисто, иду дальше. Помоги ему выбраться. Чизи, пойдем. Уходим, уходим. Пойдем.
тебя что, в голове совсем плохо? Ты идешь или не идешь? Там охрана. Благодарочку, что объяснил, куда надо было пройти. Господи! Так, машина хорошая. Садись. Преследователей не видно. Твой друг жив. Его держали в Сирс, но все позади. Он в безопасности. Надо же! Это что-то с чем-то. Замечательное, да. Слов нет. Да и что я могу сказать? Спасибо? Нет, этого мало. Да-да-да. Верни должок, присоединившись к Датсек. Нам нужны такие, как ты. Ладно, я в деле. Огонь. Теперь у нас дедушка. Так, он ушел, да? Ага, он убежал, это хорошо. Дедушка у нас как бы не умер бы, если мы будем брать его по заданию. О, вот это что такое? Подождите, мы еще не видели вот это. Не поцарапать его. Это какая-то скорость. Так, ну что, едем? Ой, она какая-то неуправляемая. Но скоростная, как я вижу. О, музыка прекрасная. Автопилот включен. Как он будет гонять сам по себе. Он не будет превышать скорость. Автопилот выключен. Кто-то выглядел потихоньку. Потихонечку, помаленечку. Вот эта справа была хорошая. Старая Aston Martin. Кайфовый такой. Удобный. Скорость хорошая. Управляемость также. Rise and shine, London. A shady private army is running our city, and it's up to us to take it back.